Сегодня в регионе распространяется штамм COVID-19 омикрон, который передается значительно быстрее, чем другие штаммы вируса. Чтобы снизить риск заражения, стоит ограничить контакты с окружающими людьми и носить медицинскую маску. Также можно начать прием противовирусных медикаментов в целях профилактики. Жители Подмосковья, у которых нет симптомов заболевания, призывают по возможности отложить посещение поликлиники. Чтобы разделить потоки больных и здоровых, в работу поликлиник вносятся изменения. Они будут работать каждый день с 8 до 20 часов. Жители с насморком, кашлем и температурой тела меньше 38 градусов смогут самостоятельно прийти в поликлинику без предварительной записи. Для удобства увеличили число дежурных терапевтов. Такой режим начнет действовать с 24 января.